Último video. Блин, можешь? Лондо почти готова. Да? Саша меньше всех готов, да? Ну что? Ой, музончик. Прикольно на двух подвесе, так мягенько. Уху. Куда-куда? Яблоны это. Это значит яблоки будем собирать. Хорошо. А там разберем. Ну я уже пробовала. Я в процессе научилась, пришлось. Особенно, когда мы только стартанули и под горку пришлось ехать. Я быстро научилась переключать передачи. Автоматически. Давай, куда? Еще не заслужили. Нет, еще надо чуть-чуть.
Еще 50 километров. А вон туда. Организатор. Злой дядька. А что мы... Андрюха, что, прямо? Там... Да, по такой дороге, какой дороге-то не сложно. Это когда идет в горы. Но мы сейчас в горы идем. Вообще, я понял, справа от дома. Как говорится, это тебе не на лыжах кататься. Да, вниз. Трошки отдохнули. Да, что-то в этой пленке очень душно уже становится. Ну да. Краснополя. Арган. Не, не знаю. Надо на навигаторе смотреть. Главное налево. Да, я буду мыться. Вы не болите, мы еще не доехали. Она длинная. Но она, да. Вот так начинается, и вот туда в длину она растягивается. Да. Это начало. Ну туда где-то еще километра 4. Едем, да, сюда ехать, да, Саша? Знаешь? Не бунися еще так. Куда? Налево? Да. Здесь. Вам куда? Все, поехали. У меня сейчас тоже. А. Что мы с него там дальше? Это все, нам показали. Зачем нам в село? Прямо, прямо. Дима показывает прямо. Проезжайте. Я оператор. Аленка, Аленка. Какая дорога? Нет. Мы перед тобой боимся ехать. Только за вами.
переезд, перекус, вернулся, переправа, освежиться. Фух, ну так, с непривычки. Так, а зачем спешить? Мы же должны по сторонам смотреть. Я считаю, что так правильно. По сторонам. Я приехал посмотреть. Я могу и в Киеве положить. Вода холодная? Нет, горячая. Думаю, что холодно. Я ваш оператор. Оператор. Да. Снимаю, как все будут выезжать. Машем, машем. Улыбаемся и машем. Я же снимаю, как вы все едете. Все, и меня подождите теперь. Опа, спасибо. Как ты его отломал? Это не ты? Саня, это ты?
Один подъемничек работает. Нам можно, да? А мы два в одном. Мне тоже, когда страшно, я тогда пешеход. А когда мне не страшно, то я машина. Что такое? Вон они где. Мороженое едят. Хочу мороженое.
А ворохти не мог? Я бы уже в ворохте тоже лишний раз останавливаться. Да, с этим мороженым и есть. Да. Красава! Такой акцент пышный!